Она уже снимает, так что можешь передавать привет. А давай я на это самое, на свой фотик пофоткаю, ты зайдешь в группу крыловита и оттуда можешь... Нож вперед одну выставляй какую-нибудь, сейчас трос потянет, сначала стоим и упираемся. Он будет тянуть, а ты не беги, упирайся. Да, ну пару фоток на выпорку не... А потом, когда скажу бежим, не, побежали. Ты подумал, что уже далеко за гумом, когда будет уже снить куток. Да, в спину дует. Спину дует. Да, она уже давно дует попутка. Да, там тоже попутка дует, да. Да, я на дым там смотрю за удачу. Но там вроде как север. Давайте попробуем на высоте, может, градиент какой-то. Давай пока тихо, может. Вот готов, убираем глубину, тандем на мясо крыло ветра. Паша, Витя. Стоим. Живой? Да. Не ошибся. Бахмаки теряем. Пашки теряем. Вот это да. Вон бежит за мной. Ну все, весь грязный теперь будет. Это тоже нормально. Так, его надо за нас. Да, я знаю, так, через вас пришло. Возьми, привезу. Так, ходи. Так, интроплан где? Мы сейчас просто через тропы пройдем неправильно и все. Стоп. Уже неправильно. Снова по центроплану идет. Да. Этот перекрест надо обязательно смотреть через тропы на высоту.
беги быстрее, меня за собой должен прям тянуть. То есть активно, активно бежим, работаем. Сейчас у нас штиляга, поэтому бежишь, 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 не садишься, даже когда взлетел. Опять спину, зараза, блин, четко. Дима, ну штиль давай попробуем. Вот готов, убираем глубину. Да, беги сильнее, прям меня сильнее заходил. Стоим.
Барышня одна есть, беру. Она со скальпелем. Так что мы, наверное, запустим, а потом уже подъеду. Сражается, стало запустить меня в небо. Тогда без вариантов. Ты вчера постригся, а сегодня уже со скальпом, думаю, что не стоит. Нормально, только устроено. Ну, нормально. Сразу все прочувствовал.